Ух ты! Мушка пролетела по луне. На фоне луны, конечно, или летучая мышь, уж не знаю. 21 апреля 2021 год, Харьков. Кратер Платон. Вашему вниманию, 20:54 по Киеву, в Харькове. Стокилометровый, насколько я помню. Так, играю с выдержкой. С резкостью обычно она меня обыгрывает. Сразу должен сказать. Совершенно рыхлая земля, все проваливается под штативом после этих дождей. Не наведешься. Нормально. Вот еще кого нам не хватало. Да, ну, наверное, не буду я даже экспериментировать дальше, потому как явно не складывается. С нормальным наведением на цель. Уменьшил резкую выдержку до 1:500. Совсем темная у нас луна получается. До 1:250. Горы какие по краю моря. Вот хороший кратер такой, говорит, да. Сейчас его поярче сделаю. О.
вообще классно. Так, ну ладушки, пойдем мы это все дело выкладывать, просматривать на экране и радоваться безоблачной погоде хоть на чуть-чуть, посетившей. Харьков. Это посмотри. Упираюсь на грунт, а он просаживается. Подо мной, чтобы было понятно, метр чернозема. И после трехдневных ливней это все превратилось в пудинг. Попробуйте на нем зафиксировать штатив под весом фотоаппарата. Земля проседает. Жирный чернозем. Ну все, вот это вот последним кадром будет. 21.00. Прекрасное число на 21 апреля 2021 года.